27 июня в храме Рождества Христова после божественной литургии прошло венчание сразу двух семейных пар. Одна семья, два поколения. Сегодня венчался со своей супругой заместитель председателя Совета стариков ХКО имени Величко, казак Григоренко Николай Васильевич и семья его внучки. Святое таинство было совершено настоятелем храма Рождества Христова протоиереем Александром Игнатовым. Помимо родных и близких, на торжестве присутствовали казаки Рождественской полусотни. Зажженные венчальные свечи, троекратный обмен кольцами в знак согласия, единства и взаимопомощи в заключаемом браке. И вот отец Александр крестообразно знаменует венцами супругов. Следует торжественное шествие вокруг аналоя под сенью царственных венцов. Это символизирует о том, что брак будет вечным хождением рука об руку. Венчание – одно из таинств, призванных изменить не внешнюю, а внутреннюю жизнь человека. Супруги обретают Божью благодать, чистого единодушия для совместной христианской жизни. В честь 50-летия мы решили закрепить это навечно. Наш брак, союз, чтобы наши дети, наши внуки, правнук уже у меня есть, чтобы они помнили, знали, чтили и шли по нашему пути к нашему Господу Богу. Пожелаем нововенчанным многое благое лето. А молодым еще и чтобы опыт семейной жизни старшего поколения был добрым для них примером.